Красота, да? Красота, 5 штук сразу. Рядышком вон трешечка. И одинешенек еще один. Я вот думаю, что если поднять эту палочку... О, хоп, сразу еще один. Если поднять эту палочку, то будет у нас еще пару штучек. Да, вот такая палочка. Немало, видите, да? Вот под листьями было. Бомбические сейчас будут размеры, видите, не мелкие уже, да? А еще только 26 марта 2023 года. Это очень не мелкий размер, видите, мои пальчики. И вот рядышком опять же еще двушечка. Уже, видите, неоднократно растут. А вот и вон есть. Вот тут в том году было много тоже. Неделю назад был снег, тут ничего не было, все было под снегом, представляете? Они, наверное, под снегом уже начинали свой рост. Вон видно, да? Вон, о, саркосыпу ищем. Все, мы нашли саркосыпу. Значит, недалеко от Минска. Все у нас хорошо. Сейчас сморчки, строчки пойдут. О, смотрите, вот здесь было пламулина. Вон, пламка, видно, да? Видно. Уже все пожухло. Такая, о, привет. Все, все будет хорошо. Грибы есть, грибы будут. Вон, троечка, ой, троечка. Ну что, тут не троечки уже. Тут уже их целые племена. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какие они бесподобные. А вон, смотрите. Ладно, ладно, сейчас подойдем. А вот, смотрите, тут целое собрание их. Целое собрание. Мама дорогая, вон они идут и идут. Они же не заканчиваются, понимаете? Вон малыши. Вон мама. А вон папа. Папа такой грозный, такой интересный такой. Ох, какой папочка. Папочка. Ой, радость-то какая. Какая радость. Весна пришла. Да, петь я не умею. Ну, это небольшенькая такая. Вот, чтобы было понятно. Вот она, грубо говоря, такая. Вот основание у нее идет такое. Ну, вот, хорошо заметный гриб. Вот они и прячутся там где-то. Ну, лист подковырнуть. И можно легко все найти. Хотелось бы, конечно, сегодня найти эту траву, как она чесноком пахнет. Но я уже все, все, у меня голова уже не варит. Смотрите. Смотрите, смотрите. А вон они еще дальше. Да, блин, хороши. Хороши, красавцы. Ну, что я вам скажу? Что мне вам сказать? Когда здесь их целые племена. Ну, племена. Вы же видите сами. Вы видите все сами. Без слов. Бери, не хочу. Это, понимаете, вот если поднять вот эти все листики, да, поднять, то там будет еще больше. Ну, вот вы видите, да? Там еще есть. А вот если поднять весь этот валежник, вон, видите, да? Если поднять, тут еще больше будет. Вон, они любят валежники, саркосыпочки. Ну, короче, тут их хватает, я так понимаю. Ой, вон, вон красненькие. Тоже видим, где-то какие-то палочки. И на палочках уже сразу
сразу наши малипасики выступают. Вот, красавцы. Красавцы, что я могу сказать. Вот. И рядом должны быть тоже. Ну, рядом вот туда, вон там, да, вижу. Вот четверочка, красивая четверочка. Здесь гром гремит, гром гремит. В марте месяце, представьте себе. Ну, а сейчас в среду, через 3 дня, опять похолодание. Ночные минусовые будут. Ну, я думаю, ничего страшного. Сморчки уже скорости будут. Чашечка такая, да? Чашечка с водичкой. Ну, водички немного, но есть. Ну, чтобы вы понимали, реально гриба хватает. Бери, как говорится, корзинку и собирай. Мы сегодня просто больше на разведку пошли. Ну, после работы. Уже вечер. Ну вот еще один хороший экземпляр. Размер не мелкий. Они, видите, прямо на палочках таких. На валежниках, я говорил, растут. Вот, хорошо видно. Достать. Может быть, еще что-нибудь. Знаете, тут не проблема запросто насобирать корзину. Но она везде, на самом деле. Вообще не проблема. И эти вон подрастут еще. О, идешь просто, они под ногами, на каждом шагу. Ну, где-то россыпями есть. Вон. Да вот, они везде, смотрите. Вот, а еще подрастут. Мы через недельку придем сюда. Уже с корзинкой. Вот пень идет, корень от него. И по корню опять же наши красавцы. Вот это тоже они. Вот так пробежаться еще туда тоже будет. Везде, как видите, везде есть они. Мы уже особо не обращаем так на одиночные варианты. Вон, видите, видно, да? Больше хочется, чтобы побольше. Вот они прячутся. Вот их побольше тут. Побольше, хороший размер. Может... А вот видно, 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 видно. Тут еще засело. О, еще засели красавчики. Эту палку поднять, я вам скажу, тут будет не мелко. Да, еще подними, попробуй. Мы все-таки попробуем ее поднять немножко. И что у нас получится? Ага. Ого! Получится у нас. А, так она длинная, вон, смотрите. Вон по ней еще идет. По ней тут много идет. Не, мы ее не поднимем. Да, саркосыпы в этом году достаточно. Это неделю назад был снег. Через неделю здесь будет просто клондайк. Все, ребята, разведка сегодня удалась. Через неделю будьте с нами. Будет намного интереснее. Намного. Грибные войска Беларуси. Не забывайте.